Всем привет, канал «В поисках клада золота и сокровищ» от Викринга. Значит, что, копаю в глухой чащобе, такие вот 200-300-летние сосны, огромнейшие просто. И что, сейчас есть такая ямочка у меня. Значит, что интересно, вот такой выкопал, смотрите, кусочек, вот такой вот он. И что интересно, что он у нас звенит. Ну что, будем в прямом эфире смотреть, что тут у нас. Аж самому интересно. А вдруг золотишко, ребятушки? Сейчас смотрим. Нет. Да, мы там все-таки здесь в крупником. Потихонечку разламываем. Заглядываем, что там. Так. Упало. Надеюсь, что здесь. Да, здесь. Ага, ребятушки, смотрите, какая красота. Сейчас, надеюсь, вам видно будет. Так, сейчас этот. Да, прям тут. Сейчас так на солнце стану на свет, чтобы было получше видно. Тут прям видно отпечаточек. Сейчас стану вот здесь на солнышко, чтобы вам показать. Так, что-то тут тоже как-то на солнышке не очень. Прошел хороший такой ливень, отлично сигналы идут. Не все показываю, потому что комары просто зажирают. Сегодня вышел сам. Прям отпечаток какой-то. Как трава какая-то странная. Прям так, а ну-ка. Не знаю как. Вот так, наверное, получше будет, да, точно. Вот прям отпечаточек в этом комке. Так, это 5 копеек. 1000. 950 года. Всех прошу говорить, как я, полностью год, потому что человеку непонятно сказать 50-й. Не знаю, надеюсь, вам видно. Так, стоять, мой пятачок. Так, зачетненький пятачок. С этой стороны. Ну да, не похоже довольно-таки. Качество. Сохрана, точнее. Песочно-лесной. Даже не буду тереть его. Поэтому давайте не переключаемся. Это же канал Викринг. В поисках сокровищ золота от Викринга. Давайте. Кто впервые на нашем канале, ставим лайки. Подписываемся на колокольчик. Ни в коем случае не переключаемся. Потому что это реально круто, ребята. Посмотрим, что тут еще может есть. Да, возможно, еще монеты. Сейчас этот пятак убираю в сторонку. Сейчас проверим еще, может быть, тут что-то есть. Может быть, еще что-то. Может быть, кошелечек или какой-нибудь золотишко еще тут вместе с ним. Потеряно, сейчас посмотрим. Так. К сожалению, наверное, нет. Ребята, к сожалению... Похоже, что непонятно. Сейчас на всякий случай еще раскопаюсь капельку, мало ли. Может быть, все-таки что-то еще есть. Вот так. Хотелось бы еще хотя бы монет 50-100 таких взять. Ну что, редкий год какой-то бы попался. Комары зажирают, жира. Так, что-то похоже, что здесь все. Но все-таки негромко хочу сказать. Золото! Золото! Викринг, Викринг! Подписываемся, лайки, прям дальше. Не переключаемся, все только начинается. Будет неимоверно круто и интересно. Викринг, сокровища, поиски золота, бриллиантов. Лучшее видео только у нас на канале. Провокации, сенсации. Смотрите, ставьте лайки. Вы получили неимоверную премию «Охотники за сокровищами». Наш канал Викринг – это огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути. Смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золото и бриллианты. Викринг – это золото, золото, золото! Огромный казанок сейчас Геннадий выкапывает.
Кстати, я это место предложил как вариант для раскопок, потому что я чувствовал, что здесь будет золото. Неаккуратно, он огромный. А это, слышь, это не колокол случайно? Не знаю. Так это колокол, слышишь? А? Это не колокол случайно? Не знаю. Ну он вот, видишь, куда идет. Вот заканчивается. Слышишь, капец, огромнейший. Это чугун какой-то. Ну, чугунок. Чугунок, да? Наконец-то, сегодня я самый богатым. Я сказал, мне всего 70%. Ну я тоже так считаю, думаю, что если даже 70, ну я не знаю, буду, конечно, не торговаться, маловато, конечно. Ну, я думаю, чтобы по-честному, сколько в мою миску влезет, столько я унесу. Слышишь, ну реально, так это не знаю, что это чугунки такие бывают. Не знаю, это старинный вообще. Я такой первый раз, честно, вижу. Это старинный. Я реально такого монстра, гиганта вижу в первый раз, если честно, вообще говорить. Я думал, он маленький. Я начал понимать, что это уже этот, что это лежит колокол. Думаю, наконец-то мы нашли колокол. Это может не хуже колокола. Смотри. Не, ну... То, что мы сорвем куш, это однозначно, я уже вижу. Самое главное, его не разбей. То, что я сегодня сорву куш, однозначно. Вы посмотрите, как Геннадий играется, играет, сейчас копает, и меня не подпускает раскоп, потому что он сказал, что эта миска слишком большая, наполните. Как устанешь, скажешь, я подменю тебе. Не, ну чугуночек, конечно, отличненький вообще. А? Не, ну это именно находка, и притом он закопанный. Я таких чугунков никогда, если честно, не видел. Вот это как раз говорит о том, что это утварь церковная, а там вот выше может и то, что мы. Понимаешь? Ну да. На правильном пути. Мы на правильном пути, только Геннадий повел меня в кусты. Я очень долго копал пробки. Он хотел, чтобы я устал, а теперь он потихонечку выкапывает. Ладно, буду... Конечно, привел папа на Клондайк. Я, конечно, в восторге. Нашли серебряную ручку. Это первая находка в этом сезоне такого веса. И самое интересное то, что здесь это европейское серебро. Здесь видны надписи, английские буквы. В общем, это просто мечта. Мечта археолога. Я когда ехал, сегодня смотрел программу про поиски сокровищ. Ну, я где-то примерно что-то хотел найти похожее, потому что ну, такое найти очень тяжело. И мы сегодня вот прошли огромный порядка километра по вырытой местности. И вот, наконец-то, папа послушал сына, я начал работать возле него и нашел то, что мы так долго искали. Поэтому я реально в восторге. Вот он так выглядит. Это ручечка с под ножа серебряная. Вот эти инициалы. Клондайк. Работаем.